Всем привет, ребят. Ну что, сейчас у нас должны на русском сервере тоже открыть новую локацию. Я вам уже ее показывал не один раз. Временем испытания. Вот 12 секунд, и у нас будет обновление. На китайке я вам уже показал. В принципе, локация довольно-таки интересная, но опять же для донатов. То же самое у нас. У нас только другие немножко герои, как видите. И опять же кидают сюда нового героя. Рекомендованные герои, атрибут героя плюс 25%. Урон от эффекта подавления плюс 100, если фракция пророка. Все как обычно. Бонус атаки увеличивает на 10, на 15 и на 150, на 25% за 150 самов. Так, создать команду. Берем сюда однозначно Лазулю. Смотрим дальше. Так, новый герой, но ну, никто бы не сомневался. Асура, Ник, ну как-то вот так вот. Странно очень. Ну ладно. Атрибуты героя плюс 25, в принципе, это немаловажно. Как видите, все очень рандомно. Что, в принципе, с одной стороны хорошо, с другой стороны печально. Так, этот герой, Асура, малыш Ник. Асура. Так, малышник, малышник. И Тесс. Блин, закашлялся. Так, и Тесса. Сейчас надо посмотреть, какая там у меня Тесса есть. Они у меня везде разные. Ну, в общем, думаю, и так все понятно, какие, что там надо, я уже показывал на китайке. Тут мы просто сейчас подберем интересную какую-то команду и уже с ней побегаем. Так, ну, против него надо красные рунки. Давайте сейчас я поснимаю все руны, что у меня есть на красного пророка. Или даже не так, даже сейчас давайте сделаем по-другому. Я там тестировал, тут у меня, к сожалению, ну, в принципе, как у всех, наверное, печалька с рунами на этом сервере. Постараемся сейчас пособирать самое такое нужное. Дефные варианты, выживания всякие. Так, на Лазуле оставим выживание. И даже нет, на него поставим оживу. Он все равно невосприимчивый. Урону, когда он включен. Такой вот вариант. Поставим на него ангела. Так, Лазуля у нас собран. Давайте по фракции тоже посортирую. Хотя нет, надо все сначала поснимать, а потом уже сортировкой заниматься. Так. Надо, кстати, еще попробовать, знаете, что психощит. Возможно, сейчас на второй попытке попробуем поставить психощит. В принципе, это как навык. Но я не думаю, что, конечно, оно спасет, но все же надо попробовать. Восьмые психощиты поставить. Как вариант. Утекание, я думаю, не спасет. Немножко не то. Да, смотришь на эти эмблемки, руны, и печально все становится. Так, еще одно выживание. То есть, как видите, дают нам героев, у которых атрибуты получаются плюс 25%. Это очень серьезно, скажем так. Это жизнь и все остальное увеличено. Так, хорошо, есть, разобрались, ставим фракцию. Так, кто у нас там есть? Лазуля, мы собрали. Лазуля, раз, есть. Дальше. Однозначно я возьму Седну. Почему Седну? Потому что она тоже дает отхил. Это я уже вам показывал не один раз. Она нужна будет мне. На нее поставим оживу. Так, на отхил есть. Два героя есть. Тесса с Бастионом. Попробуем такой вариант. Есть. В принципе, ей можно даже
Я не думаю, что там прям настолько в кулдаун попадет, он бафы не снимает. Поставим ей фракционный талантик такой вот. Точнее, зеленый надо. Так. Есть, и сюда поставим панчбокса. Так, три героя у нас собраны. Асура дальше. Так, Асурика так. Рунами тоже поставим выживание. Потестим. Давайте вообще сделаем тест именно с выживанием. Посмотрим, как оно будет. Конечно, если не попадет в кулдаун, это будет жопа полная. Так. Он таки будет попадать однозначно. Так, этот собран. Тесса. Тесса, в принципе, можно оставить. Ей не страшно. Так, тут оставим оживу. Тут бесполезно. Дальше. На эту пробку новую нашу. Тоже поставим такой вариант. Ради теста, ребят, все делаем ради теста. Ну и плюс то, что он хилит, конечно же. Так, хорошо. Давайте поставим так. Кто там у нас еще? Смотрим, кого мы там собрали, кого не собрали. Так, Тессу мы не поставили. А, малыша Ника еще надо. Так, Тесса есть. Малыша Ника осталось собрать. Ну, не знаю, такое себе, честно говоря, такой составчик. Или он есть смысл в нем, именно в этом фракционном составе. Но сейчас попробуем именно тем, что они показали. Так. Малыш Ник. С Бастом у меня здесь. То же самое делаем. Ему мы поставим. Тут, в принципе, без разницы, кого ставить. Так, мне самое интересное сейчас посмотреть еще, что они пишут. Так, наносит урон враг, когда атакован сердце 6. Может получить, смотрите, высокое уклонение, обладает иммунитетом к заморозке, к изменению молчания, улучшению страха, уменьшению энергии. В общем, ко всему. Вот так вот. Иммунитеты ко всему, в принципе, этого и стоило ожидать. Так, купили, ну поехали, стартуем, как обычно. Вот видите, ему пофиг просто абсолютно на все. Ну, первого я однозначно быстро убью. Это самый слабенький. Два осколка, нифига себе. Вот оно, ребят, где мы будем собирать этого героя. Вопрос только, насколько долго они дадут нам его собирать. Это круто. Есть. Первых два осколка есть. Это радует. Все-таки, как видите, есть здесь новый герой. Он именно здесь будет падать. Так, ну атрибуты увеличены. Это хорошо. Ну, на третьем сейчас нам будет... Как я чувствую, жопа полная. Тут еще кое-как держимся, конечно же. Так, ну вот так вот. Будем долго и нудно мы его собирать осколками. Так, я на втором даже. А смысл от этого бонуса увеличивает атаку всех союзных героев на 10 во время битвы, если у него ограничения. Какой понт от этого? Ну, я даже не знаю. Так, малышни, кто у нас еще такой интересный есть? Мандора бесполезная, я думаю, будет. Можно, в принципе, сердцеедку попробовать. Вместо кого только? Дерево.
Короче, у него все иммуны, поэтому тут заморозка к нему страху, уменьшение энергии. То есть все, что хочешь, есть. Так, малыш Ник. Попробовать сердцеедку вместо малыша. Давайте сделаем эксперимент. Вот такая у меня здесь сердцеедка тоже есть. Интересно будет посмотреть на нее. А, так. Она, в принципе, урона должна нормально выдавать. Есть такая, есть такая. Давайте попробуем вот такую вот. Увеличивает атаку, снижает. Получаем они лучше с бастом. А, жила, баст. Так, окей. А вместо малыша Ника мы взяли, да? Поехали, тест номер два. Да, долго мы, конечно, будем в этой локации собирать нового героя, но герой стоящий, он реально, реально очень офигенный. Так, смотрим. Ну, пока держимся. Так, минус Тесса, минус Лазуликс. Тут вот пошли у нас минусы. Да, выживание, как видите, все равно не спасает. Не знаю, сколько он там выдает по урону, но выдает очень много. Да, печаленько все, конечно. Ну, давайте опять пробуем. Я не знаю, докуда тут без доната дойдут, но тут донатными героями с 12 скиллами просто отдыхаешь. А, так, хорошо, такой вариант у нас не катит, да? То есть героев сливает однозначно. Это очень печально. Ну, вариант это использовать здесь огника, пробовать. В любом случае это лучше будет. А, так, огник. Ну, он дамажит просто жестко. И шотает. Хорошо, попробуем другой вариант. Давайте уберем по фракции и поставим. Попробуем, соберем героев. Тут однозначно оживу так и оставим. Так, это первый. Так. Попробуем поставим что-то интересное, что у меня там по восьмеркам есть. Например, то. Либо же. Психощит. Вот интересно будет с психощитом попробовать. Давайте вот так, Тасю с психощитом. Психощит, баст. Раз в 4 секунды. В принципе, где-то так же он бьет. Огник. То же самое. Чисто тест делаем с психощитами. Вот ради интереса написано, что психощит спасает. Вот сейчас мы это и проверим. Или он спасает, или нет. Так, огник есть. Асура. Выживание, конечно, классная штука, но... К сожалению, не то. Так, Асурик есть. Едно то же самое. Так, кто там у нас еще? Ну, давайте уже и на Лазули попробуем. Мало ли, а вдруг зайдет. Так. Сура, малыша Ника нет. Это и поставил, этого поставил. Ну, вроде все. По
покупаем за 350 само в попытку. Это просто жесть, ребят. На него ничего не действует. Смотрим. Ну, сейчас как-то получше. Непонятно из-за чего, конечно же. Видимо, не разогнался он еще. Как-то странно. Или все-таки психощит спасает хотя бы временно. Ну, я смотрю, сейчас герои тьфу-тьфу, намного лучше держится, ребят. Все-таки, мне кажется, психощит имеет хоть какое-то свойство, посмотрите. На него ничего не действует, но он не проседает, так герои, как раньше проседали. И плюс психощит дает жизнь. Хм, без проблем, третьего завалил. Точнее, второго. Получше, получше герои выстояли, выдержали. Ну, поехали, покупаем бонус. Хотя нафиг этот бонус нужен? Я даже не знаю. Так, стартуем. Думаю, сейчас тут он меня будет раздавать однозначно. Да, посмотрите. Сейчас еще один залп. И мои герои мне... Так, мне психощит, смотрю, держится. Непонятно, в общем. Но на огнике псих держится как так. Как-то странно. Шатанул все равно. Их его знает. В общем, такая вот, ребят, печалька. Нет, все равно попадает. Вариантов особо я не вижу. Только максимум это пробовать чисто таланты, руны, не знаю, ожилы и рунки от этого. И... Ну не знаю, вариантов особо я не вижу. Но это, конечно, гемор полный. Так, хорошо, то есть получается, вот для него психощит не преграда или как, не могу понять. Там просто, судя по всему, столько урона, что это Unreal какой-то. Я на китайке получше результат, чем здесь, и это скорее всего из-за того, что... Там руны все-таки, руны надо ставить. 3.40. Чего говорить уже о других игроках. В общем, как-то так, ребят. Ну, не знаю, будем дальше искать какие-то варианты, но я так понял, что на этой локации вариантов особо нет. Либо ты бьешь, либо не бьешь. Опять же, без донатов тут... Печально все будет. В общем, вот так вот. Пишите комменты, что вы думаете. Лайки, репостики. Ждите следующих видосиков. Завтра утром уже с английского еще покажу. Всем удачи, всем пока.